Ну что, дорогие друзья, Пандос Фрик все еще на связи, и остался буквально один шаг до Фиферхауса. Кто пиздел, как говорится, блядь, не ждали меня здесь увидеть, а я пришел, блядь, нахуй. И сегодня у меня в соперниках Сергей Коферный. Опять он, опять этот босс встретился на моем пути. Я думаю, не стоит напоминать, как закончился наш прошлый матч. Просрал, если кто забыл. Сегодня есть шанс отквитаться. Ни в коем случае не ставлю себя в роль жертвы, типа а-ля слабым в этом противостоянии. Ну, хотя по факту и так все понимаем. И сегодня, друзья, будет такая тактика против Сереги. Вы охренеете. Я очень долго спал и ждал, пока мне приснится тактика. И она мне приснилась. 5-4-1. Чекайте. Отход назад 1-1. Сбалансированное владение 1-1-1. Победная тактика против Сереги. Вот так вот выглядит схема. 5 защитников, 4 полузащитника и в атаке всего лишь один чувачок. Почему есть Локотелли? Надо Погба. О, вот так вот. Отлично. Я думаю, с этой схемой ему Габелло. Короче, ладно, пацаны, я пошутил, на самом деле ничего гениального я не придумал. Я сыграю так, как я играю обычно там в дивах, Food Champions. Это схема 4-3-2-1. Ну, самое киберспортивное на данный момент. Расположение игроков вы видите у себя на экранах. Сделаю все возможное, чтобы взять реванш у Сереги. И сегодня у меня будет секретное оружие, пацаны. Пришлось бухнуть перед роликом, чтобы немножко успокоить свои нервишки. Я зря времени не теряю, много тренируюсь, играю в эту игру. И сегодня... у меня развалился еще один геймпад. Вот так вот я тренируюсь, пацаны, чекайте. Вообще, в последнее время очень сложно стало играть там в дивах, в чемпионс, потому что у всех статы там 99, там, и ты нихера сделать не можешь своим этим всратым Ювентусом. Все, хватит пиздеть, пора собраться и просто показать, как мы умеем играть в эту игру. Осталось дождаться Джеффа. Надеюсь, он вовремя подъедет. Ну и перед тем, друзья, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это мои отличные легальные друзья из компании Пари, на сайте у которых можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта. У них отличные коэффициентики, моментальный вывод средств. Также у них есть отличное мобильное приложение. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус. Фрибет на косарь. Все это добро по ссылочке в закрепленном комментарии. А если вам нужна новая фифочка, либо там какие-то разные подписочки, все это добро вы также можете найти по ссылке в описании в моем личном магазине. Также у меня есть личный сайт по продаже монет PandaCoin. Все это добро, опять же, по ссылочке в описании. Okay, let's do this thing. Okay, let's do this thing. Okay, let's do this thing. Секунду, блядь. Я не опоздал. Да. Значит, готов разъебать этого кисломолёчного. Ой, ну я буду очень стараться. Короче, матч у нас 20:00. Джефф пришел ровно в 20:00. А? Чтоб никто не пиздел, что я опаздываю. Как в голливудских фильмах, блядь. Алло, Ставр, напиши у себя в телеге, что я вовремя прихожу. Так, сейчас смотрю на запись. Раз, два, три. Все записывается. Алло, Андрей из будущего? Ты же выиграл, да? Ну проспойлери, не впадло. А, я знаю, ты не любишь спойлеры, я же не акул. Выиграл? А, красавчик, поздравляю. А я выиграл? А, не, ладно, мне не говори. Так, вот его этот состав, бля, его ебучий Браво, который в прошлом матче меня трахнул. Все, let's go. Тактику? Тактика, галактика. Так, ой. Эфир нервничает. О, поплыл уже он. Это я нажал. Все равно он поплыл. Я говорю, он видит поплыл. Сейчас я хочу тактики еще раз проверить, все ли нормально. А то, знаешь, бывает, заходишь, блядь, у тебя там все слетает. Поехали. На, фэрплей. О! Бичность. Да это фэрплей был. Если что, Серег, ты не подумай. Все, let's go. Естественно, я нервничаю, бля, как не себя, блядь. Не нервничаю. Все-таки это матч за выход Фиферплей. Фиферхаус. Надо постараться, блядь, затащить. Так, ну, Серега. Ну, шотами он не славится. Бля, пиздец. Ты мне что говорил? Мне проще первому пропускать. Я потом собираюсь, начинаю ебать. Давай, еби. Первая атака сразу шутбол. О, хрен, что это было, блядь? Как он тут накрыл? Пиздец, все пролетели. Ничего не было, забыли. Ты помнишь, что у тебя карточки попиши? Ну? Они и убегают, и бьют, и все на свете. Вот, блядь! Сука! Сука, вот сейчас прошло бы. Да, был бы. Заголовочку залетело. Хорош, хорош. Так. Я уже бил, сука! Ничего, ничего, ничего. Брат, он нервничает, он переживает, он боится. Он явно боится. Ты не чувствуешь? Я чувствую этот страх на расстоянии.
Блять. В одну не получилось дать, окей? Хорош. Это брали. Это брали. Все, вот так вот. Тащи. Можно забросить. Рано. Бля, я почему-то рассчитывал, что если Поль Погба будет, то есть, блядь, Тифан и Кьеза. Ничего, вообще, времени навалом еще, блядь, сейчас пяток ему отвалишь, вот он охуеет. Я сам хуею, блядь. Так, блядь. Как его Петис так играет, я в ахуе, блядь. Он не спешит. Нет, вообще, абсолютно нет. Как он... Просто бежит по линии, понимаешь, спокойненько. Но он такой гол забил уже, Дрот он хочет повторить, видим. Блядь, ёбан. Ебаный Вильям Карвари. Да нет. Блядь, что за привоз нахуй? Нормально, ну сбились, брат. Хуёс. Это он случайно сделал, видимо. Видишь? Что-то неожиданно. Это случайно. Блядь. Ну давай, потолкайся! Сука, бля, это не Погба, он не потолкается, сука! Он играет по такой же схеме, как я, мне кажется, 4-3-2-1. Блядь, пизда. Нет, нормально. Блядь! Что я делаю? Ну я совсем дурачок. Ничего. Что я делаю, не могу. Бля, как он... Ой, хорошо. Пиздец, блядь. Ебать. Вот сейчас ему не повезло. Он по-любому вдаль не бил. Да. Не повезло ему, повезло нам. А это значит что? Что мы сейчас забьем. Давай, брат. Сука. Бля, воткнулся, сука. Держи. Блядь! Ну я же двигал в этот ебаный дальний угол. Бля, это пиздец. 2-0 лечу, пацаны. Куда он ебанул? Видишь, ты подвинул, а он в эту сторону от вратаря ударил. Вообще не по моему сценарию все пошло. Ты вспомни предыдущий тур. 2-0 сейчас, 2-2 камбэчишь, 3-2 на последних выигрываешь, и он в тильте до конца кубка. Пиздец. Что-то я, блядь. Кипер, пожалуйста, спасибо. Не смотри на время, как без кипиша, сконструируй атаку, как ты можешь. Все, можешь уже не поддаваться, братик. План пока идет нормально. А, бля. Вот так вот. Не спеши. Ну! Все, одна! Один есть! А? Тихо, молчу. Он... Тихо, раньше времени не увидел. И вы не пиздите там. Он кипов не делает? Да, он увидел, что я двигаю. Я ж не бэй, бля. Бля. Кипов мы сейчас будем держать. Сейчас бы сдержался. Ладно. Он нервничает. Он в таких охуях, братан. Как бы сыграть? Вот так вот можно. Потом вот так вот можно. Так вот можно. Ага. Нихуя себе. Бля. Ой! Ну! Блять, нахуй, кто пиздил? Кто пиздил, блядь? Знаю, блядь, может быть, там кто-то пиздил? Нет, там просто. Тихо, блядь. Я не радуюсь. Ну, типа, я в моменте порадовался, но в целом я понимаю, то есть, что угодно может нахуй произойти. Бля, ох уж этот счет 2-0. Как легко он отыгрывается. Пиздец. Я тебе говорю, блядь. Погба, 11-й мяч. Вырываемся в гонку бомбардира. Ебать, что за матч нас ждет? Я уже в предвкушении. Я тоже, брат. Но я надеюсь, ты сейчас сделаешь задел. Напоминаю, что 2-0 Андрей летел на 30-й минуте. 14 игровых минут, Погба, блядь. Все, играем дальше, пацаны. Играем дальше. Ничего не ясно. Блять. Давай не сразу. Не забьет. Нет. Все, не забьет. Может, не стараться даже. Все. Давай. Лети последняя. Блять. Пиздец, первый тайм, пацаны. Нормально, братик, выдыхай, нормально. А ты что хотел? Ты думал, это безэмоциональная игра? Что за матчи, бля, плей-офф, пацаны? Сколько матчей уже было, с которых 2-0 отыгрывали? Брат, вот я. Ой. У фаворита, блядь, клёна. У Бейпа. Еще какой-то был. Статистика, пиздец. Да. Ну, слушай, я на этот раз пытаюсь играть в открытый футбол, как ты можешь заметить. Это правильно. Я не сижу, я просто пытаюсь как можно быстрее, бля, хуярить в атаку. Ты можешь ему забивать 2 удара, 2 гола. Ты вообще лишних движений не делаешь. Давай, хыщик, трубица. Так, все, никаких ков, все с вами делать не буду, понятно? Блять. Ой, блять, ну вот не так я ожидал, блять, начало, блять, этого ебаного. Хороший! Ой, бля! Ой, сэр. Всегда тебе. Спасибо, бля, подстраховал мое очко, блять. Погбу. Да, вижу.
Аналогичная ситуация была. Да, я помню. Сука. Бля, и Серега тоже с 2-0 отыгрывался. Я же ему 2 забил, когда я с ним. Ага. Отзеркалить решили матч, да? Ах, вы хулиганье. Договорились, бля? Тихо. Опа, хорошо. Беги, 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 родной. Вот так вот. Закидывай тут, блядь. Сука, собали этот. Блядь, ебучий собали у нас тут, блядь. Вот так вот. Хорошо. Отлично. Тащи сам. Отлично, отлично. Что можно сделать, как думаешь? Ну, подавать не надо. Я пытался на шар, но моя ошибка. Анализировать будем после. Да, анализировать будем после. Держи, держи, держи. Блин. Блядь, без офсайда, сука. Офсайди. Ой-ой-ой, офсайд был, как же он меня сейчас спас. Давай, на хорошая позиционка, брат, не спеши. Так. Блядь! Хорош, ты помнишь, блядь, это работает. Дать пас перед принятием, нажать финт, блядь, и забить нахуй. А ну-ка, вот он охуеет. О, блядь, как рядом, сука. Ну еще какую-то фигуль. Кто у тебя пил? Фигули, я фигули решил поставить на ЦП вместо Парадиса. Ну, у меня 3 ЦП же, по сути. Да. Держим. Ага. Не прыгай. Блядь, он сам прыгнул. Хорош, блядь. Нет, сука, нет. Выбей нахуй. Слышу. Охуеть, блядь. Выношу квадрат, алкаш ел. Пиздец. Блядь, какой подкат ебаный. Держали. Читали. Прочитано, Сергей, прочитано. Надо выдохнуть, сука. Переведи, там один у тебя на другом фланге. На другом? Хорошо. Так. Как он меня прижал немножко сейчас. Пусть растягивается. Я уверен, он даже не ставил хай-прешер. Он просто, блядь, он просто вручную все это делает. Хорош. Блядь. Нормально. Мой меч. Похуй. Как, блядь, как он перекрывает вручную, просто пиздец. Можно чуть поддушить. Вы не думайте, я не тошню. Просто хочется что-то спиздануть, а тут такой нокаут в тростей. Бля, сейчас им снимает себя. Нормально, не смотри на время. Играй в свой футбол, брат. Время играет тебе на руку. Он сейчас опять эту возню начнет, блядь. Хорош. Можно рискнуть, можно. Толкай, блядь, под бас, сука, когда, если не сейчас? Держим. Стараемся держать. Собали. Шо? Он его. Блядь, ну что за обработка? Ой, блядь. Ничего не понятно. Время играет на тебя, братан. Его игроки, блядь, игроки нахуй. Его игроки пиздец заебываются. Хорош! Все, летим. Летим вот так. Давай, тащи. Как никогда. Давай. Как никогда. Беги сам. Минут 87. Сейчас все вот так. Братик. Я понял. Я доиграю за тебя. Тихо. Вы понимаете, сейчас может произойти история, чуваки. Сейчас может произойти история. Она будет. Она будет. Успокойся. У меня сейчас... Выдохни, успокойся. У меня сейчас инфаркт будет. Тихо. Успокаивайся. Все хуйня. У меня до сих пор шок, подождите, пацаны. 3-2, 87. Самое главное, киков не дождать. Самое главное. Не выпрыгивай. Бля, я там был на подбогу ждавать. Бля, ебать, ты решил хуйню. 2,5 игровые минуты отделяют тебя от Фиферхауса, братан. 3 игровые минуты до Фиферхауса. Как бы название, блядь. Ага, было бы охуенно, но это был бы спойлер. Время играет
на твоей стороне. Как 12-й игрок, брат. Он сейчас будет 90-ю ждать. Да, да, он 90-ю ждет. Он потерял мяч, проебал. Все. Минуту добавили. Он будет обострять. Все. Нет! Ого, не свистнул! Сейчас свистнул. Живи, живи. Не свистнул. У него нет времени. Не свистнул. Не свистнул. Сейчас свистишь. Все! Я тебе говорил, ты разъебешь эту кисоньку, блядь, красава! Ебать, пацаны! А? Что за история? Что за компетище? В Кефирхаусе, бля! Охуеть, сука! Кто обыграл кефира, братан? Хорош! Я первый, кто обыграл кефира на этом кубке кефира. Не говори. Да, братан, ты, конечно, извини, но я просто так в будущее звонил, что ли? Бля, хочется как акул порвать футболку, мне жалко. Блядь, пацаны, я обыграл кефира, блядь, и я в Кефирхаус лечу, вы понимаете, что сейчас было. Блядь, Джефф. Блядь, так мне его трахнули. Бля, я ж проследился, ты понимаешь, насколько, блядь, я охуел сейчас просто. Ты понимаешь, я 2-0 летел. Да ты умный. Я 2-0 летел, пацаны, вы понимаете? Ебать, что за история, блядь. И только спизданите, бля, после этого, что я, блядь, слабый. Братан, ты просто, бля, охуеть, я выиграл кипь. Бля, опись. Бля, в конце ты видел какие моменты? Мне кажется, у меня инсульт там был, блядь. Later. Короче, пацаны, случилась беда, блять. У меня такая радость сейчас была, и она резко перечеркнулась тем, что я, оказывается, геймплей. Бля, а что было нахуй? Ты же видел, я запись нажал, блять. У тебя, видимо, не хватило места. Да какое вот место есть, блять. Что за хуйня, бля, пацаны? Пиздец, у меня геймплей не записался. Я всех хуесосил, блять, и вот чем все закончилось, блять. Ты не звонил, когда проебывал? Серег, короче, блядь, что я хочу сказать? Я охуел, не знаю, как ты там, блядь. Обидно, когда два момента 90 не залетает. Это пиздец, я короче, сейчас втройне охуел, знаешь, от чего? От того, что у меня видос не записался. Ну, перезаписываем, если хочешь красиво все. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, спасибо, блядь. 90 минут, это же реально. Это пиздец. Два момента на 90. Я хочу видеть твой видос, блять. Это просто нервный срыв, нахуй. У меня как во сне последние минуты, знаешь, блять. Факт победы выше, чем, блять, ошибка там какая-то. Это пиздец. Я обыграл кефира, блять. Вы прикидываете? Прикинь, вот люди, которые смотрели, где я 2-0 лечу, наверняка, не, ой, пандос отлетел, все, бомжи. Все понятно. А нихуя, блядь. Нихуя, непонятно. На кефиров, блядь, так просто нахуй не бывает, ёбана все. Охуеть, бля. Даже если бы ты его просто разъебал, это было бы не так эпично, как, блядь, сейчас нахуй. С 2-0 закомбэчил, пацаны. А я говорил. Охуеть, Джефф. Ограниченные звонки в будущее. Так, да. Смотрим. Пятая минута. Просто быстренько пересмотрим. Ну, здесь тут... Ну, он, блядь, своим микродриблингом ебет. Тут базару 0, да, окей. Второй гол. Блядь. Вот тут, бля, забегаю. Я тут двигал, но он, бля, ударил как будто бы... В другую сторону. Лишку. Тут. Отлично заброс на Погба. Погба выждал. Все, пас. Пасик. Гол. И... Тут началась история, пацаны. Да. С 36-й минуты история. Тут, блядь, вот так вот. Тут не прошло. Да. Тут, блядь, я пас увидел. Я мог на панике ударить, но я увидел. И отдал пас, смотри. Вот здесь вот, да, можно... Ну, короче, пацаны, я... Грамотно. Я старался в этом матче сыграть максимально хладнокровно. Возможно, мне пивко помогло, которое, кстати, уже закончилось. Надо будет выпить. Наконец-таки, блядь. У меня есть повод выпить, а то я сижу такой, бля, повода нет. А тут ебать какой повод, бля. Я в Кефирхаусе, сука! Сегодня увидели, наверное, мой футбол, который я хотел показать. Я вот прям, не знаю, настраивался, бля, последние два дня, клянусь. То есть я вот последние два дня ходил, пересматривал свои матчи и говорил себе, в какую хуйню ты играешь. Вот сядь, бля, и покажи, как ты можешь играть, блять. Тут бы я, наверное, на панике ударил, если бы я... А Серега двигал, кстати? Не, он вообще не двигал. Тут я пробежался, болл-ролл и ударил, блять. Ну, типа, это, мне кажется, хладнокровно было. 87-я, ебать, как Сереге там обидно и как у него кипит, я не представляю. Я взял реванш, пацаны. Это пиздец, я не верю, честно, блять. Хорош. Братан, ну, это история.
Это реальная история, пацаны. Я так далеко еще никогда на кайф не заходил. Это за всю хуйню, которую вы мне писали, пацаны. В матче с Денчиком мне писали, бля, в next матче отлетишь, блядь. Тебе повезло, блядь. Тебе бич-соперники встречаются, тебе везет. Разъебал кефира. Вопросы? Вопросы? У вас вопросы? Я разъебал кефира, блядь. Который ни один матч на кайф не проебал. Пиздите, что хотите, блядь. С 2-0 это, бля, вдвойне приятнее. В любом случае, сегодня произошла история. Респект всем, кто за меня болел. Увидимся на Фиферхаусе. Ну ты, бля, фан номер один, бля. Куда без Джеффри? Как ты сегодня еще долетел за минуту до, блядь? Вовремя. Сегодня все звезды сошли. Да, переходите на канал к Сереге. У него новый канал Кефир 2.0. Спасибо ему за игру. Это было невероятно эпично. Все как обычно. Бля, у нас с Серегой ни разу не было, типа, знаешь, матча из разряда в одну калитку. Каждый матч какой-то триллер, блядь. В прошлом матче я 2-0 вел. В итоге он отыграл. В этом матче он вел 2-0, и я отыграл. Вот так вот. Бумеранга верну. Бля, ну, сука, я в Фиферхаусе, сука, бля! Я в Фиферхаусе, бля!